С момента подписания президентом России майского указа прошло чуть больше года. Именно с этого документа и началась работа над национальными проектами. Их 12, и они затрагивают самые важные сферы жизни. От вопросов демографии и образования до экологии и качества дорог. Для достижения поставленных целей к 2024 году на местах реализуют региональные проекты. На Кубани их 43. Сегодняшнее совещание – это проверка, где результат уже есть, а где стоит ускориться. Национальные проекты, они сегодня не просто подкреплены деньгами, они имеют очень серьезное финансирование и на федеральном уровне, и на краевом, и на муниципальном. Вот, только на этот год, практически на этот год, еще раз подчеркиваю, без малого 25 миллиардов рублей предусмотрено средств. 25 миллиардов. И мы, коллеги, должны их не потратить. Мы должны их освоить. Задача не сделать так, чтобы все у нас на счетах нули остались, и мы считаем, что задачу выполнили. Нет. Освоить с качественными, видными для людей результатами. Деньги действительно огромные, но и цели масштабные. Например, увеличить в два раза количество человек, вовлеченных в малый бизнес. Для этого, конечно, необходимо создавать комфортные условия для предпринимательства. Только в этом году на реализацию региональных проектов развития малого и среднего бизнеса направят свыше 860 миллионов рублей. И это не только финансовая поддержка, но и, например, помощь мелким предприятиям с выходом на зарубежные рынки. У нас показатель стоит 90. Предприятий вывести на международные рынки, на зарубежные рынки. Пока мы вывели 9. В соответствии с указом президента у нас нашему краю до 2025 года поставлена цифра, должно быть субъектов малого и среднего бизнеса 1 миллион 60 тысяч человек. По состоянию на 1 мая сегодня это 750 тысяч человек. Уже в июле в этом году в Краснодаре начнет работу региональный центр «Мой бизнес», который будет оказывать комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых услуг, консультационной, образовательной поддержки. Но чтобы выполнить поставленные задачи, необходимо эффективно использовать финансирование. Не заниматься отчетами, а быть нацеленными на конкретный результат, обращается губернатор к кубанским чиновникам. Времени на раскачку уже нет. За прошедшие 4 месяца освоено всего 10% средств. Если это вписывается в допустимые нормы отклонения от нашей дорожной карты, ну, значит верным курсом идем. А если не вписывается, то давайте посмотрим, почему не вписывается. И объективные ли причины здесь виной, либо субъективные причины. Коллеги, у нас проекты, для нас это очень мощное подспорье сделать по-настоящему настоящий рывок в экономике. Для всех регионов, в том числе и для наших. Это проекты, которые позволяют сегодня регионам скакануть во многих отраслях и экономики, и жизнедеятельности. Мы просто должны воспользоваться сегодня этими национальными проектами. Половина всех региональных проектов реализуется в социальных направлениях. Это демография, образование, здравоохранение и культура. Например, на вопросы, связанные с демографией, в текущем году выделяют 7,5 миллиардов рублей. Деньги в том числе пойдут на строительство детских садов. Наиболее остро эта проблема стоит в краевой столице. Жить сюда активно переезжают люди со всей России, что сказывается на нехватке мест в дошкольных учреждениях. Вениамин Кондратьев попросил мэра Краснодара внимательно отнестись к этому вопросу. Не просто должно быть понимание, мы просто должны взять и сделать. Потому что сегодня возможности бюджета краевого нам это позволяют сделать. Но нам нужна активность и краснодарской власти, городской, для того, чтобы могли это реализовать. То есть без проектов и привязки к конкретным участкам, конечно, мы ничего не сделаем. А тему расшивать нужно и с детскими садами, и со школами. Поэтому нужны конкретные предложения и будет конкретное финансирование. Весь блок вопросов, который на сегодняшний день у нас имеется, ну то есть те заявки, которые подавали, они уже в работе у нас все находятся. Мы сейчас готовим дополнительный перечень объектов, которые запроектированы и которые хотим непосредственно разместить к получению финансирования нового блока. Демография – это еще и увеличение продолжительности жизни, что невозможно без развития системы здравоохранения. Особое внимание здесь уделяется первичной медицинской помощи, ведь чем раньше выявить заболевание, тем легче с ним бороться. В рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи заключено 3 соглашения на строительство ВОПов с Василковским, Кореновским, Лабинским районом.
Также определены 83 медорганизации, на которых отрабатывается новая модель оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже работают в Краснодарском крае 7 центров амбулаторной онкологической помощи. Мы их открыли с начала года. Для успеха нацпроектов важен системный подход. Глава региона требует не отклоняться от намеченного плана. Контракты по проектам, которые будут реализовывать в этом году, должны быть заключены летом и никак не позже. 1 июля, коллеги, сдвинуто быть не может. Еще раз подчеркиваю для всех. И коллеги, кто в Краснодаре находится в муниципальных студиях, до 1 июля все контракты, связанные с реализацией нацпроектов, должны быть заключены. Все. Если не заключены, я еще раз подчеркиваю, есть конкретные лица, которые отвечают за эти направления. Значит, я, коллеги, не обижайтесь. Но дальше с этими лицами нам в реализации нацпроектов делать нечего. Нечего, если они даже не могут обеспечить заключение контракта. А как же они будут реализовывать эти контракты, контролировать, достигать результатов? Как? Никак. Здесь не должно быть обид. Важно понять, что нацпроекты не могут быть обезличенными. За каждым направлением закрепят конкретного специалиста. Причем ранг ответственных лиц не важен, будь то заместитель губернатора или чиновник из муниципальной администрации. При наличии финансирования человеческий фактор становится важным элементом выполнения национальных проектов. Деньги есть, а дальше люди. Вот люди выходят на первый план. А мы с вами тоже люди. Ошиблись, но это наша зона ответственности. Еще раз подчеркиваю, при наличии денег... Финансирование, оно мощное финансирование нацпроекта. Вина только в людях. В людях, только в нас. Как бы вы ни крутились, посмотрите сами на себя в зеркало и поймете, кто ответственный за реализацию нацпроектов. Все. Если мы что-то недосмотрели, недочувствовали, то мы имеем результат негатив, безусловно. Поэтому здесь надо просто быть мобилизованными и самих себя мобилизовать, и свои команды, своих подчиненных максимально мобилизовать на достижение результата. Результата. Вот что сегодня нужно. По итогам заседания Вениамин Кондратьев поручил устранить любые проблемы, которые мешают воплощению нацпроектов в жизнь. Подобные контролирующие совещания теперь будут проходить каждый месяц. Александр Иванченко, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар.